В Киеве в эти минуты с размахом отмечают 1030-летие крещения Руси. Несмотря на провокации со стороны радикалов и со стороны властей, на Большой крестный ход все-таки приехали десятки тысяч паломников. Ночью из разных регионов Украины приходили тревожные сообщения. Автобусы досматривало СБУ, блокировали радикалы, но потом все-таки дали проехать. За ситуацией следит Валентина Соловьева. Звуки праздничного молебна над Днепром. Именно здесь, считают православные, 1030 лет назад князь Владимир крестил народ. Во главе церемонии на Владимирской горке митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий. Здесь же представители почти всех православных церквей мира. И буквально река верующих. Крестным ходом они несут святыня. Мощи князя Владимира, Серафима Саровского, Андрея Первозванного. Это очень великое свято для нас. Это наш праздник. Мы его долго ждали. Спросите каждого здесь. Это очень большой день для нас и великая радость. Посмотрите, за моей спиной тысячи верующих. Слава Богу, что смогли добраться и быть здесь вместе с нами. Путь паломников на праздник в Киев был непростым. Ночью многие из них вынужденно провели несколько часов на обочине в свете фар. Это кадры из Запорожской области. Около 15 активистов блокировали 10 автобусов с верующими, которые ранее за несколько минут до выезда из города полиция отказалась сопровождать. У нас тоже такие же права, как и у них. Мы хотим поехать помолиться за страну, за родину нашу, помолиться, просто помолиться. Окружили своими транспортными средствами, люди видели, говорят, что они были с оружием, и просто не пускали их дальше двигаться. И вот что-то кричали там, что вы едете в Москву, какие-то наши священники говорят, вы знаете, говорят, у них даже они как-то выглядели не совсем адекватно. Вот говорят, то ли они в алкогольном состоянии. Оперативники останавливали вереницы автобусов из Житомирской, Одесской, Луцкой и других областей, ссылаясь на анонимные звонки. Якобы в транспорте могла быть взрывчатка. Мы все с документами, водитель... Мы все с документами. Водитель сейчас забрал их у нас и понес в милицию. Что-то проверяют, выясняют. Где-то бомбы действительно искали со взрывотехниками, а где-то просто не давали людям проехать, но в конце концов были вынуждены открыть дороги. Это про стандартные проверки. Когда мы говорим о стандартных проверках на дорогах, то проверяют только документацию, путевые листы, которые должен перевозчик оформить. А тут они просто максимально тянули время, чтобы не дать возможности прихожанам прибыть вовремя. Проезд полностью они заблокировать не смогли, нет законных оснований, но задерживали так, чтобы автобусы опоздали. Это явно. За несколько дней до праздника верующие в некоторых регионах Украины сталкивались с угрозами от радикалов. На перевозчиков, как они сами рассказывали, давили местные власти, запрещали везти прихожан в Киев, угрожая лишить лицензии. Но в церкви нашли выход. Нам пришлось нанимать автобусы из других областей для того, чтобы вывести всех желающих. Но это только вызвало больше интерес к крестному ходу. Людей поехало еще больше, чем планировалось. Церковь должна быть отделена от государства, потому что Бог – это не государство. Бог над всеми нами. Меры безопасности в Киеве усилены. В центре города, заявляют в МВД, 5000 полицейских. Они досматривают личные вещи прихожан на предмет запрещенной символики. Обещают реагировать на провокации. Ранее радикалы заявляли, что в свою очередь тоже будут якобы следить за порядком. Валентина Соловьева, Христина Иванова, Наталья Литовка, Первый канал.